Казалось бы, что за странное движение я сейчас совершаю? На самом деле это гимнастика для лица, которая позволяет нам, девушкам, выглядеть молодо и красиво в течение долгих лет. И 1 и 2 июля в Саратов приезжает замечательный тренер по фейс-фитнесу Ольга Малахова. И я, Леора Рубин, приглашаю вас посетить эти тренинги вместе со мной.